Добрый день, дорогие друзья! И в этом видео я хочу с вами поделиться своими наблюдениями за павловней, которая была оставлена в таких стаканчиках и не высажена в прошлом году. Многие, кто наблюдает за мной с прошлого года, за моими видео на канале, я очень много высаживал в разных местах в прошлом году павловню, но при этом получилось так, что я поздно начал ее вообще, в принципе, сажать в прошлом году. И в итоге сажал в несколько этапов, что привело к тому, что не все успел высадить. И часть павловни осталась. И вот целый вот такой вот контейнер с павловней остался невысаженным. Но я решил его оставить и просто понаблюдать, что с ним будет. Да? То есть она также у нас, я также ее поливал, также она росла, только росла она уже под лампами светодиодными на стеллаже. Развиваться она особо не развивалась, это видно по, сейчас вы видите на экране, остановилась в росте в том виде, в котором она как бы ушла в зиму, да, можно сказать, хотя, в принципе, она в холодном помещении не находилась, она находилась именно в теплом помещении, в комнатной температуре. И что же произошло, да, через какое-то время, вот, я сейчас посмотрю. Ну, здесь дата указана, скорее всего, неверно, потому что я менял местами контейнеры, и вот эти наклейки, наверное, не соответствуют. Здесь на ней указано 20 апреля высадка, но, скорее всего, это чуть позже высаживалось, где-то, наверное, уже конец июня. Ну, будем ориентироваться на начало лета примерно. Ну, дата высадки вот, именно вот в этих стаканчиках. Да? И о чем я хотел вам рассказать и показать. Часть из них остановилась в росте, как я уже сказал, да, это видно. То есть вот они, предыдущие. Какая-то часть еще с листиками растет. Но основная масса, вот этот стебель, да, который, как мы говорим, у нас идет под технический срез. Это первый год, на следующий год он у нас срезается. И вот сейчас мы можем наблюдать вот эту картину, когда рядом с... скажем так, назовем его прошлогодним стеблем, появляются новые отростки, которые уже как бы свежий урожай этого года. И вот они, некоторые экземпляры, какой высоты уже достигли. То есть, сейчас я покажу немножко поближе. Вот этот вот прошлогодний, будем считать, стебель, а вот здесь появилось два новых. Соответственно, я один из них уберу, один оставлю, вот этот тоже я срежу. И вот это то, что, в принципе, кто выращивает и кто планирует выращивать, делается как раз вот весной на будущий год. Также я вот так, покажу сейчас поближе. Вот видно даже листья вот здесь. Вот. Сейчас я перемещу камеру и покажу. Вот я переместил камеру, здесь более поближе. Я думаю, что видно. Здесь вот видно это листва от прошлогодних, то есть павловни. И вот сейчас наглядно хочу поближе показать, где. Ну вот это тот, который я показывал. Насколько это видно, да? Вот это прошлый год, это вот два уже будем считать этого года. А также вот соседний то же самое, такая же ситуация. Здесь сейчас я уберу вот это. Здесь пошли тоже. Сейчас покажу. Здесь тоже, не знаю, насколько видно, вот, да. Это прошлогодний. Ну, я бы не сказал, что он мертвый, он зелененький. А вот от него рядышком пошли вот раз, два, и вот еще третий вылез. Начал вылезать. Так, здесь. Что у нас здесь? Здесь пока, нет, не пока, а уже тоже начал пробиваться новый. Вот он, видно его. Надеюсь, на видео видно, вот он. Это прошлогодний, вот, а это уже этого года растет. То же самое на остальных. Вот этот вот пока я не вижу здесь ничего. Ну, вполне возможно. Ну, он с листиками, не знаю, как он дальше себя будет вести. Будем смотреть. Здесь вот еще один. Тоже видно. Вот он. Не знаю, видно. Надеюсь, что видно. Вот он стебель. И вот возле него вот один такой уже мощный пошел. И рядышком еще один.
начал развиваться. Здесь пока ничего. Здесь вот на этом старенький такой вообще хиленький, ну он уже все. Даже по сравнению с этим он уже старенький. А вот эти вот два, вот раз-два вида, что они уже пошли развиваться мощные достаточно. Здесь тоже уже практически пришел, уже даже вот начал немножечко что-то не нравится ему. Приболел немножко, видимо, земля, надо продезинфицировать немножечко ее биологическим препаратом. Ну, вот такое вот наблюдение достаточно интересное. Я думаю, что это видео будет полезно тем, кто интересуется павловней, тем, кто выращивает павловню, тем, кто планирует выращивать павловню. Вот такие у меня получились наблюдения. Выводы я никакие делать не буду. В принципе, каждый делать выводы может сам, понаблюдать, поанализировать, что вот да, вот она вот так себя ведет. Ну, так она у меня все повела в домашних условиях. Я сейчас показать хочу небольшой промежуточный итог. Это павловня, которую я проращиваю. Видео об этом будет по ссылке справа в верхнем углу. Сейчас появится, может посмотреть, если не видели. Это вот три гибрида. Вот так они стоят и проращиваются. Периодически один раз в сутки я открываю контейнеры и вот таким образом проветриваю. Ну, потом, соответственно, закрываю. Там. Сейчас посмотрим, видно, семена лежат. Я надеюсь, при таком освещении будет видно. Вот здесь то же самое. Пока еще никто не зашел. Ну вот сегодня я снимаю с 15 число, посеяны они 11. Ну, то есть ждем. Ну а на этом я завершаю это видео. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Если у вас есть чем поделиться своим мнением по поводу показанного и сказанного мной в этом видео. Также, если вы не подписаны на канал, подписывайтесь на канал. На канале будет очень много интересного касаемо павловни и не только павловни. Ну а на этом все. До встречи в новых видео. Пока!